Сегодня я решил позавтракать морелью. В заброшенном колхозном саду есть и морель, и яблоки, и китайка, а под ногами полно земляники. Я сюда регулярно наведываюсь. Окружающий интерьер прекрасен. Погода, как правило, чудесная. Живые певцы, птицы. И, конечно, вкус морели с дерева первоклассный. Зеленый лес вокруг, голубое небо, сочная, свежайшая морель. По дороге назад облака. Облака здесь, как картины маслом. В общем, впечатление от завтрака великолепное.